Руководство российских железных дорог планирует инвестировать в объекты инфраструктуры Башкортостана 18 миллиардов рублей. Об этом стало известно на третьем международном форуме «Транспорт Урала». Речь идет о комплексе проектов, включающих развитие транспортных узлов, энергетического хозяйства, обновление подвижного состава. В 2017 году на модернизацию железнодорожной инфраструктуры в регионе направили более 1 миллиарда 700 миллионов рублей. На эти средства отремонтировали более 78 километров путей, заменили 44 стрелочных перевода, установили теневые навесы на 88 посадочных платформах.